Всем привет, меня зовут Анюта, и вы на канале Анюта Плей. Сегодня я буду распаковывать вот такой необычный лол сюрприз YouTube. И этот новый лол из серии I Spy. В моем сюрпризе лол спрятан какой-то блогер. Если тебе интересно посмотреть, кто же мне попадется, то досмотри видео до конца, ставь лайк и подписывайся на канал. Но сначала приветики. Кукляшки, няшки, приветик. Алина Подгорная, привет. Алина Нет, приветик. София Мигова Нагорная, привет. Кирочки, привет. Алена Дяйвай, привет. Софья и Лол Аня, привет. Не расстраивайтесь, если кому-то не передала привет. Вас очень много, и я буду стараться в каждом видео передавать приветы. Вопросики, вопросики, вопросики. Смотрите, и на молнии вопросик. Ну а здесь показано, что же нам может попасться. Целых две подсказки. Декодер, бутылочка, сапожки, аксессуар, одежда, ну и сама куколка. Поехали! Смотрите, какая подсказочка. Видеокамера, подарочки, куколки, лошадка и шарик Лол. Да это же игрушки. Видимо, этот блогер снимает видео про игрушки и даже про шарики Лол. Кто догадается, какой же блогер в моем сюрпризе, то ставьте лайк и пишите в комментариях его имя или название канала. Ну а я поехала дальше. Уже зашифровано, поэтому нам нужен декодер. Так, посмотрим. Здесь нарисован лимон и лапка какого-то зверя. Лапка, лимон, лапка, лимон. Значит, на этом канале миллион подписчиков. Интересно, что же значит лапка? Поехали дальше. Поехали. А тут уже пакетик. Что же там такое? Бутылочка с розовой крышечкой и розовой этикеткой. Так, это что-то связано с розовым цветом. Открываем следующий слой. Золотистые ботиночки. А теперь, наконец-то, мы откроем нашу желтую капсулу, что ли. Потому что эти новые лол, ну точно не шарики. Здесь три пакетика и какой-то вкладыш. Мы его откроем в конце. Первый пакетик. Смотрите, какое интересное платьюшко. Желтый, синий, красный, зеленый. Теперь этот. Да это же очки. Вот такие красивые очки в черной оправе. Ну а теперь пришло время достать нашу куколку. Вот такая красивая куколка с темными волосами и двумя косичками. Сейчас мы ее оденем. Теперь ботиночки и второй. И очки. Вот сюда. Вот такая вот куколка в моем сюрпризе. Ну а теперь давайте сразу же посмотрим, что же это за блогер. My Toys Pink. Ну конечно же, это Лиза с канала My Toys Pink. Наверное, такая она была. Ведь куколки Лол, это же малышки. Поздравляю всех, кто догадался. Лиза, если ты смотришь это видео, то я очень надеюсь, что тебе понравилось. Если вам понравилось это видео, ставьте много-много лайков, подписывайтесь на мой инстаграм и на мой канал. С вами была Анюта, всем пока! На баннере много-много лапок, там какие-то звери протоптались. Может быть, медведь, а может быть, котята какие-нибудь. Все же, наверное, медведь.